Алфавит, азбука, диалог. Как появилось название азбука? Знаешь ли ты, как появилось слово азбука? Нет, никогда не думал об этом. А все очень просто. Азбуки. Так назывались две первые буквы старого алфавита. Первые четыре буквы старого алфавита. А – ас, Б – буки, В – веди, Г – глаголь. Задание. Как вы понимаете смысл поговорки? Сначала аз да буки, а потом другие науки.